Страна FM принимает поздравления. Друзья, мы, конечно, не прячем сегодня от вас ни нашу радость, ни наши эмоции, ни наших дорогих и любимых гостей. Два года телерадиоканала «Страна ФМ». И у нас в гостях Сати Казанова. Да, Сати, привет! Добрый день! Сашенька, привет все, кто куда смотреть-то? Смотри, видят. В любую камеру. У нас там сегодня операторы, что надо. Вот Сергей поймает тебя, даже не сомневайся. Твои красивые глаза все увидят. Итак, «Страна ФМ». Я вас поздравляю с двухлетием. Этот маленький, но уже огромный срок. И то многое, что вы уже успели сделать. Я вас так люблю, вы такие светлые. Вот как эта цветочная композиция, мне кажется, отражает абсолютно вот то, что вы делаете, такие, какие вы есть. Ту атмосферу, которую вы создаете и передаете на всю страну. Люблю вас. Спасибо. Вот. Мы тебя как любим, друзья. Даже не хочется сегодня, во-первых, перебивать наших гостей, и тем более Сати. И хочется слушать и дальше. Сати, дорогая, спасибо тебе за эти теплые слова, за то, что ты все эти два года с нами, а мы с тобой. И наши зрители и слушатели. Кстати, через минутку, я надеюсь, услышать теперь уже семейное поздравление от сеньора Фциоца. Супруг сейчас Стефана появится здесь. Татьяна, пока давай мы поговорим немножко, наверное, о твоем творчестве, потому что я знаю, что у тебя буквально накануне состоялся очень важный для тебя концерт, потому что это проект Сати Этника. Да, моя хорошая, спасибо тебе за твою внимательность. Поделись, пожалуйста, потому что мы, честно, очень любим и этот твой проект в том числе. Надеюсь, как-нибудь я приду с ним и всех удивлю, а главное порадую. Да. Вчера действительно был концерт в одном из московских клубов, клуб Козлова он называется. Он достаточно известный среди меломанов, конечно, которые любят хорошую музыку, джазовую, не только. И там был концерт, что называется, для души. Мы позвали туда друзей, билеты были просто вот в дни считанные раскуплены, и мы были этому очень рады. И что неожиданно, и было так радостно, за три дня до концерта нам сообщили, что как-то вот вышел на одного из наших музыкантов, моего друга чудесного Ильдара Гиритхари, Владимир Машков и один очень интересный театральный продюсер. И они заявили желание прийти посетить на концерт. И мы такие, и кое-как нашли для них места. И был еще Женя Маргулис, который очень симпатизирует этому проекту. И вообще мы с ним такие хорошие, теплые приятели. И Женя, который сказал, максимум полчаса смогу, мне рано уезжать. Он так и не вышел, почти больше полутора часов мы пели, играли, они все с таким упоением слушали. Концерт прошел как 3 секунды, и мы получили огромное удовольствие. Были в таком вообще настроении. Я очень рада, что «Сати Этника» этот проект набирает популярность, все больше и больше поклонников, потому что он очень искренний, очень духовный, душевный, настоящий. А поздравлять ты будешь нас сегодня как Сати Казанова? Или это будет что-то из репертуара «Сати Этника»? Как Сати Казанова. Давай так, отлично, мы тебя любим. Сейчас я запутаюсь скоро в своих альтер-эго. На самом деле, я есть одна, чтобы я не пела. Буду я петь с любовью, буду петь с наилучшими пожеланиями. А мой муж пришел. Стефан. Заходи. Тьется, друзья, конечно. Привет! Нам нужно еще микрофон, пока войдет микрофон. Я не считаю. Ты прекрасен, Стефан. У нас сегодня день рождения. Мы очень рады. Поздравляю вас с днем рождения, Страна ФМ. Давай. А где камера? Здесь? Камера любая, хватит. Где? Всем привет, всем поздравляю с днем рождения, Страна ФМ. На итальянском пожелай, пожалуйста, нам что-нибудь красивое, такое душевное. По-итальянски? Да, в лучших традициях итальянцев. Ты поешь лучше. Вот так вот, без семейных разговоров. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri, Страна ФМ. Tanti auguri a te. Так это прекрасно, что даже не нужно переводить. Стефана Тьоца и Сати Тьоца. Спасибо, потрясающее поздравление. Стефан, теперь мы с тобой будем слушать, танцевать. Сати нам исполнит песню, музыкальный подарок. Хотя, может быть, ты уже и давно подпеваешь. Я буду петь. Хочешь со мной? Я буду петь, а ты слушай. Давай, конечно. Да. Это новая песня, называется «Ладони Парижа».
Не про Россию, конечно, не про нашу страну. А давай мы как раз присядем. Стефана присядет, да. А я будешь здесь, вот ты будешь где-то, да? Вот. Песня про любовь, конечно же. Ну давайте. Про легкость. Давно мы про любовь что-то не слушали. Давно. Поехали. Стареньким улицам вьет аромат из уютных кафе, где сотни парочек мило целуются, прячась в тени изумрудных аллей. Там, где балкончики кружева тонкого, свежий багет на двоих пополам. Я в этот город навеки влюбленная, не оказаться так хочется там. И каждый раз закрывает глаза, словно я наяву это вижу. На мокрых улицах после дождя нас обнимают ладони Парижа. Лебеди белые и карусель манит светом огней. Аккордеон и улыбки несмелые, там оказаться так хочется мне. Там, где балкончики кружева тонкого, свежий багет на двоих пополам. Я в этот город безумно влюбленная, не оказаться так хочется. И каждый раз закрывает глаза, словно я наяву это вижу. На мокрых улицах после дождя нас обнимают ладони Парижа. И каждый раз закрывает. Тётя, который, конечно, двигался потрясающе под песню. Сати, спасибо тебе большое, Сати, очень хороший подарок. Это же та самая песня, которую Стефан никак не мог понять. Но в плане, беру, что такое «Ладонью Парижа»? Как это так может да, быть? Да, он еще. Знаю, что «Ладонью Парижа» у нас есть тоже не версия, как шутил. Ну, шутка, да, шутка, да. Когда я первый раз слышал эту песню, я спросил, а что значит «Ладони Парижа». Да. Но следующая песня что будет? «Подмышка Берлина». Вот так, может быть, кстати, как знать, все может быть. Еще продолжение. «Подмышка Берлина», а третья «Пиписька Турина». Так, хорошо. Ну вот у нас уже как минимум еще две встречи в ближайшее время должны состояться. Да, это трилогия должна быть. Песен. Не могу не попросить, Стефана, коротко рассказать о твоих проектах. Давай. Куда отправляешься в ближайшее время или откуда вернулся, может быть? Да, я представлю как пиар-менеджер моего супруга. Пожалуйста. Это очень удобно. Да, скоро времени. Мы пока не знаем, когда, где и как, но будут мастер-классы и выставки работ Стефана. Да, расскажи. Давай проект. Но сейчас я только возвращался от Боливии. Я был в Чили, Боливия. Люди, которые подписали меня в Инстаграме, видели очень красивые, невероятные фотки, потому что мы нашли такие ненормальные conditions. Ненормальная погода. Нормально в это время года никогда не есть дождь и снег, но мы нашел очень много снега, очень много дождя, и тогда мы нашел
Salar de Uyuni, вы знаете, соль пустыня в Боливии. Как интересно. Цели вода и как большой мир. Короче, такой эффект. Прекрасный. Вот это все соленое озеро. Абсолютно не озеро, а соленая пустыня. Это такое огромное пространство ярко-белого цвета. Это все соль. И вдруг пошел снег. Снег, конечно же, быстро растаял. И все это превратилось в какое-то гигантское зеркало небес. Вот представь, что вот это все бескрайняя вода, такая тонко покрывающая эту белое, и небо с ярко-синей, с белыми облаками, отражающейся. Вот ну, лучше рекламы это. Эти картины представить невозможно. Вообще кстати, невероятная потрясающе. Ситуация. Это был мой подарок, день рождения, потому что один неделю назад был мой день рождения, когда молодцы. Я там был. А через несколько дней я буду в Италии, в юге Италии, для один интересный проект. И значит, мы тоже увидим очень красивые фотографии. Да, конечно. И в следующий месяц тоже в Faroe Island. И знаете, где Faroe Island? Это между Скотланд и Исландия в Атлантике. Мы зайдем на твою страничку в Инстаграм, Стефана, и внимательно все изучим. А кто знает, может быть, в Париже. Ребят, помогите нам, пожалуйста, с этим. Наверное, попрошу у тебя, тебе будет проще написать на русском языке. Мы пишем гимн, нам нужна строчка в продолжение. Есть уже несколько, вот бери, пожалуйста, маркер. Буду петь и танцевать. Я люблю страну FM, слушайте Кольцова М, Белка Раша, No Problem. Кстати, ты можешь задать уже совершенно другую строчку, не обязательно ловить рифму, а просто новый куплет на начнем. Ну и, друзья, наши зрители, дорогие слушатели, я вас уверяю, что вы обязательно увидите весь этот гимн, вполне возможно, даже услышите и увидите клип на эту композицию, потому что все артисты, которые принимали участие с 9 утра в написании этого гимна, конечно, уже дали свое согласие, подписали необходимые документы, что они примут участие в записи этого самого гимна. Итак, что же там пишет Сати? Я не вижу, но будет, наверное, сейчас. Пусть летит. Любовь летит на всю страну. Ну, конечно, про любовь. Давай, давай, рождается вторая строчка. Разве можно препятствовать этому? Любовь летит на всю страну через свет. Ну что? Через светлую FM-волну. Светлейшую FM-волну. Спасибо большое. Просто невероятно. Искренне и с любовью. Еще есть сердечко. Сати, спасибо. Сати Казанова, Стефана Тиотца. Мы вас очень любим. И неустанно говорим, мы самая красивая пара. Спасибо. Спасибо большое. Года.